Такой плодовитый писатель, на него большое влияние оказал Тертуллиан. Он был епископом карфагенским на севере Африки тоже. И некоторые мысли его, просто чтобы представление вы имели, Киприан карфагенский. Очень хорошо. Потому что здесь я вот 5 минут скажу только. Так. Потому что потом мы еще будем задание буду давать на следующий. Тоже время нужно. Значит, вот что я вам хочу. Мы все время говорим крещение. Взгляд на крещение. Я это все время будет здесь. Идти, какой-то вопрос, спор будет возникать, напряженная точка крещения, что как бы с грехами, которые после крещения, да, вот вопрос был. Зависит ли действенность крещения от крестителя? Это вот Августин будет решать этот вопрос. Лютер потом, позднее напишет, таинство – это Божье действие, но не работа служителя или священника. Крещение, скорее всего, есть работа Святого Духа, вводящего человека в церковь. Это именно Лютер считал, что в экстренных случаях даже мирянин и даже женщина могли крестить, иначе это был бы отказ в спасении. Это Лютер слова. Вот. А крещение как возрождающий фактор, какова роль крещения? Я приведу некоторые примеры, чтобы никто не говорил, что крещение должно быть детей, что так от отцов пошло. Вот я буду вам цитировать отцов церкви. Еще и тех. Юстин. Крещение – это просвещение. То есть просвещаются умом те, кто понимает это, сознательно оставляя греховную жизнь. Он ничего не говорил о детокрещении. Это один из первых отцов, Юстин. Многие подвижники были крещены в зрелом возрасте. Это будет Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, сам Августин. Вот их высказывание. Василий Великий – самый верный знак. Проверьте сами себя. Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнать, действительно ли его грехи прощены. Грешник может узнать, действительно ли его грехи прощены. Какой знак? Есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно опять грешить перед Богом. То есть это знак. Ты ненавидишь то, что любил раньше. А любил раньше, как пьяница любит чарку водки. Ты так любил этот грех. А сейчас ты его ненавидишь, лучше я умру, чем я буду произвольно грешить перед Господом. Это знак того, что действительно прощен. Бог не оставляет нам грехи, которые мы не оставляем. Мы должны иметь согласие. Я на самом деле хочу от этого избавиться. Иоанн Златоуст. Чтобы получить прощение от Бога, недовольно молиться 2 или 3 дня. Надо произвести перемену всей жизни и, оставив порок, постоянно пребывать в добродетели. Это он сказал, Бог не оставляет нам грехов, когда мы сами их не оставляем. Афанасий Великий, это герой Первого собора будет. Господь не повелел только крестить, он велел сначала научить. Вера должна прийти как следствие научения, а крещение как подтверждение веры. Недопустимо, чтобы тело принимало таинства, в которых душа не участвует. Какие-то глубокие мысли. Благодать, говорит он, это великая сила, Божия сила, даруемая нам для того, чтобы мы могли преодолеть барьер покаяния. Барьер ложного стыда и унижения. В этом даре великое благо, потому что без него не может быть покаяния и спасения. На этом основании, понимая эту истину,
так же понимал и Кальвин, и поэтому он считал, что Бог идет впереди человека. И для того, чтобы дать ему силу покаяться. То есть нет такого, человек кается, потом Бог вот с ним разговаривает. Нет, он идет до него. Иначе человек не может преодолеть этот барьер стыда и унижения. Ну как ты перед всеми людьми выходишь, ты стараешься всех сил иметь какой-то вид приличный, и вдруг выходишь перед всеми и говоришь, я тут и тут. Как это провалиться мне на этом месте. Вот. Ну, а Кальвин же был за дедокрещение? Это отдельный вопрос. Я просто говорю, что в его понимании спасения благодать Божья не только изливается на грешника, покаявшегося, но идет впереди него, давая ему возможность покаяться, перешагнуть этот барьер. Что без его помощи мы не можем это преодолеть. Вот. Так вот, Киприан, главное, известен, он очень поднимал высоко церковь. И я повторяю его знаменитое высказывание. «Вне церкви нет надежды на спасение и оставление грехов. Вы не можете иметь отцом Бога, если вашей матерью не является церковь». И епископы, они хранители божественной истины, распределители средств спасения. Это вот все с Киприана началось. Киприан отталкивался не от веры, а от церкви. И здесь он противоречит Августину. Крещаемый получает прощение грехов сообразно с тем, во что он крестился. Это Августин учит так. И благодать всецело зависит от Христа, а не от моральной характеристики крестителя. Этот спор очень важен как факт борьбы между учением о спасении по вере, это Августин, и учением о спасении через церковь, это Киприан. То есть уже во времена вот тех ранних отцов был этот спор. Августин выражал спасение по вере. Мы будем говорить о жизни Августина, о его исповеди. Ведь он очень ясно показал, как он страдал, он не мог покаяться, он не мог от греха избавиться своего. Он сожительствовал с женщиной, прижил с ней сына, он не мог на ней жениться. Видимо, она была другого совсем класса, что ли, мать или была против греха. Во всяком случае, он не мог с этим, он не мог расстаться со всем образом жизни, с пированиями, с роскошью. И он страдал, что он сам из себя не может выпрыгнуть, но вот он такой. Вы понимаете ли, что вообще покаяние – это чудо из чудес, самое чудное на свете. Как ты можешь поднять ящик, в котором ты сам сидишь? Кто-то должен другой поднять. Это Бог делает. И поэтому Августин замечательно понимает, что такое грешник, что такое покаяние, в исповеди все это сильно выразил, и что спасение по вере, чудным образом, когда Бог спасает, а не спасение через церковь. А Киприан твердо стоял, спасение только через церковь. Если ты сектант или в церкви не находишься, то даже твое мученичество, оно не считается. Он сформулировал латинский взгляд на Евхаристию. Послушайте, какой взгляд, латинский взгляд, но он также и у нас. В православии, по-моему, что Евхаристия повторяет жертвенную смерть Иисуса Христа. То есть опять закалается Агнец. Опять я читала про скамедию, копьецо, хлеб, сердцевина вырезается из хлеба. Совершается Евхаристия только епископом. Если епископ согрешит, то уже никогда не может исполнять епископские обязанности. Главный смысл Евхаристии – связь этого таинства с искупительной смертью Иисуса Христа. То есть повторение этой жертвы. На Востоке Евхаристия питает душу благодатью. То есть мы говорили с вами, ты получаешь благодать через принятие этого таинства.
Но Лютер мы прочитали, как он по-другому совсем смотрел. Вот, рационализм Запада, устройство церкви, юридический язык, логика, формулировки христианских идей. Она о Востоке, я вам говорила, воплощение, соединение вечного с временным, мечта, мечтательность, образность. Ну, о Востоке отдельно еще будем говорить. Но Киприан у вас запечатлелся. И я имела бы плохие отношения с Киприаном, если бы не его кончина, потому что ему тоже отсекли голову, и он смиренно к палачу подошел, выгреб остатки денег из своих карманов, отдал палачу и ободрил его, сказал, что ты не смущайся, это твой труд, твоя обязанность. Этот Карфаген, Киприан Карфагенский, да. Вот. Еще там было, когда преследование еще. Еще пока церковь в гонениях. И когда Киприана искали, чтобы арестовать, он был в бегах. И он с церковью связывался через письма. И такой авторитет был у него, что он через письма ему повиновались и слушали, и он решал все вопросы. Но все-таки потом, видишь, поймали его. И вот такая кончина была. Значит, запомним его как очень такого крепкого епископа за порядок, за церковь, только церковь спасения. Еретики, хоть они мученики даже, папа Стефан в то время был, он принимал, что мученичество оно может смыть все грехи, в том числе и отступничество, и там, что если ты пострадал за Христа. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.